Всем привет! И сегодня видео будет скорее развлекательного характера, но мы поговорим с вами еще раз о сознании. Я хотела бы рассказать историю, которая у нас произошла с практикующим. У практикующего было кольцо. Это кольцо было старинное, и в кольце был рубин. Рубин, напомню, полудрагоценный камень, он был настоящий. И что-то привлекало человека в этом рубине. В камне, в любом камне, можно создать ментальное поле. И вот, когда мы вошли в ментальное поле камня, что мы там увидели? Мы увидели какую-то местность. Было совершенно круглое озеро. Было присутствие какого-то другого человека. В данном случае это была какая-то бабушка. И когда... Ну, было ощущение, что делать. И вот когда погружаешь свои эмоции, накопленные какие-то негативные, позитивные какие-то, мы погружали в это озеро. Озеро соединялось с центром Вселенной. И эмоции уходили в центр Вселенной, там каким-то путем перерабатывались и приходили обратно с озера, возвращались к человеку. И это уже были позитивные эмоции. Но постоянно, ну, можно было так работать, да, можно было с камнем так работать, и работать было интересно достаточно. Но постоянно на периферии кто-то все время стоял и как будто дошел тебе в спину. И было ощущение, что, пожалуйста, разберитесь с этой ситуацией, разберитесь со мной. Вот эта бабушка стояла и хотела, чтобы с ней разобрались. Что оказалось? Оказалось, что вот это все ментальное поле держало сознание, звездочка сознания бабушки. И, видимо, кольцо, так как оно было куплено через скупку ювелирных украшений, через какую-то ювелирку, понятно, что оно кому-то до этого принадлежало. Вот. Видимо, этой бабушке. И то ли при смерти бабушка застряла сознанием вот в этом кольце, то ли еще каким-то путем. Но оказалось, что вот звездочка сознания там застряла. Когда мы звездочку сознания эту вынули, а ментальное поле осталось, потому что сам камень уже эту информацию впитал, и сам камень уже держал это ментальное поле. Но когда ты погружал эмоции в озеро, они не перерабатывались. Исчезло соединение между озером и центром Вселенной. Оказывается, это вот бабушка поддерживала это соединение. И тогда что пришлось? Пришлось одному опускать свои эмоции, а второй держал вот эту связь между вот этим озером, таким, скажем, да, каким-то номинальным, и центром Вселенной. Само кольцо, сам вот камень, рубин, он способствовал переработке эмоций. То есть, получается, камни тоже связаны с центром Вселенной. У них есть взаимосвязь. Но чтобы активировать эту взаимосвязь, кто-то нужен. А в центре Вселенной можно обрабатывать свои эмоции. Можно переводить их в более высокую частоту. Можно ли любой рубин взять и таким образом переработать? Ну, здесь спорный вопрос. Почему? Потому что сперва надо сделать такое ментальное поле. Когда вы сделали такое ментальное поле, должно два человека, два менталиста, желательно, чтобы они работали через него. Но это возможно. Можно ли работать с другими камнями, кроме как рубин?
Да, мы пробовали это делать. Можно. Желательно, чтобы энергетика камня привыкла к вашей энергии. То есть это какой-то камень, какое-то украшение или еще что-то, которое давно лежит в вашей семье. Вот, а не просто там купленное какое-то. Ну вот, собственно, все. Если будут вопросы по камням или по звездочкам сознания, задавайте, пожалуйста, в комментариях. И на сегодня все. Всем пока.